Добрый день, дорогие подписчики. Ну что, Десептикон дождался помощи. И сегодня ребята помогают в ремонте смазки Десептикона. Вот так, сейчас смазываем передний мост, мажем тормоза. Вот одни, вот вторые масленки уже нас ждут. Поехали. Одеваем правильно, слышим щелчок, как правильно оделась. Должен быть своеобразный щелчок, клац. И пробуем качать. Если мы качаем, и смазка, вот села, смотри, и смазка не уходит, а идет мягенько, хорошо, трещоточку. 4-5 качочков, хорош. Одеваем дальше. Так, оно, вот, слышно, оделось. А ну, пробуем качать. Так, а ну, давай, тут закрываем, качаем. Давай, давай. Стоп. Вот. Ну, мажем пока этим шприцом, Ваньке шприц чуть-чуть что-то заднее включает. Ну, мажем этим, тот пока пускай побудет. Клац. Опа, ты понял. И оно слышно, когда проходит, так? Слышно? Угу. Хорош. Он уже видно полез в солидол там. Вот так. Ребята на практике занимаются практикой. Промазывают узлы. Давай, проходим дальше. И вот так молодые ребята учатся азам слесарного дела. Кто-то скажет, это ерунда, неблагодарный труд. Но тому, что они научатся для своих автомобилей, которые у них будут, ремонту, то плохого ничего не... Опа, не оделась. На, смотри, когда одевается, вообще не оделась. Ничего плохого в этом не будет. Все скажут, да, сейчас машины такие, что не надо смазывать. Ну, если ты научишься делать смазку, прошприцовывать масленки, то ничего плохого не будет. Одеваем, чтобы ровно, перпендикулярно вот так клац. Если ты будешь одевать сбоку, она никогда не видишь, под 45 градусов масленочка. Знаешь, вот так и надо одевать. Опа! Характерный щелчок. Качаем пока, еще качаем, пока не видишь. Опа, видишь, смазка снизу пошла. И также в боковую. Попробуй, ты, кажется, не прокачал. Не-не-не, я имею в виду с этой стороны, вот это, да. Опа, щелчок. Опа, отлично, все. Переходим дальше. Смотри, что там, если там прокачались, не прокачались, все качественно. Если один раз не прокачал, второй раз забыл, третий раз ты уже не прокачаешь. Не, мы смотри, мы пропустили уже передний кардан. Вот, смотри, показывает тебе товарищ, где, опа, щелчок, все, я думаю, ты понял. Отлично. Проходим дальше. Вот так, ребята, происходит смазка машины. Все скажут, о, блин, припахал молодежь. Молодежь не припахал, им показывай, но им все пригодится. Я занимаюсь этим, у меня занимает 10 минут. Я думаю, что плохого нету ничего. Смотрим, не пропускаем масленочки, которые надо будет проехать, прокрутить. Валы мы проедем вперед или назад, метр, все прокрутится. Вот так, дорогие подписчики, эксплуатация студентов, ну я думаю, это им только пойдет на пользу. Притом, автомобиль ровесник их не отцов и матери, а дедов и бабушек. Я думаю, что это последние ребята, слесаря, кто еще увидит такие автомобили. Автомобиль 68 года. Выпуска, так что я думаю, что это ихний дед. Так, смотрим, где не подлазим в следующий раз, но мы пропустили, я думаю, ну что, я пройду, посмотрю, ничего страшного. Я же говорю, может, мы проедем, смазка, которая остается, делаем вот такую сюда на рессорку, ложим, клац. Так ее не надо не везде использовать, ну, чтобы вся машина не была в солидоле, потому что в следующий раз залезешь и будешь, вот смотри, вот наши масленочки. Раз,
2. Три щеточки. Хорош. Отличненько. И туда же. Много там не надо, а 2-3 качочка обновить. Отлично будет. Так, проверяем тут. Не то, что там проверять, чтобы носом тыкать, но проверить для того, чтобы они знали, где. Может, больше никогда не пригодится. Ну, для общего развития это всегда хорошо. Помазана рулевая. Речка помазана. Тормозные. Трещотки. И кардан. Когда мы все это смажем, перейдем на установочку и буду показывать, где мазать установку.